медаль в память 250-летия Ленинграда. Учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1957 года. Этим же указом учреждено описание медали и поручено Исполнительному комитету Ленинградского городского совета депутатов трудящихся утвердить положение о медали, которое и было утверждено 23 мая 1957 года. Из положения. Медалью в память 250-летия Ленинграда награждаются граждане города, отличившиеся в проведении работ по восстановлению и реконструкции города и обеспечившие своим трудом развитие его промышленности, транспорта, городского хозяйства, торговли, научных и культурно-просветительных учреждений при условии проживания в Ленинграде и его пригородах не менее 5 лет. Рабочие, инженерно-технический персонал и служащие промышленных предприятий, строек, транспорта и городского хозяйства Ленинграда. Работники науки, техники, искусства, литературы, просвещения и здравоохранения. Работники государственных учреждений, партийных, профсоюзных, комсомольских и других общественных организаций. Военнослужащие, пенсионеры, инвалиды войны и труда. Домашние хозяйки, принимающие активное участие в благоустройстве города, работе школ и детских учреждений. Медалью награждаются также участники обороны Ленинграда в период Великой Отечественной войны, награжденные медалью за оборону Ленинграда, независимо от места их проживания в настоящее время. Медаль на данном этапе оценивается 4-5 долларами Соединенных Штатов. Больше информации вы можете узнать, посетив наш интернет-магазин редких и уникальных монет и наград Царской России и СССР yarkoshop.com. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.